Поставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Ну что же, сейчас у нас будет мега крутое кругосветное путешествие. Вот как раз таки наш транспорт, это вот такая прикольная лодочка. И давайте тогда, конечно же, посмотрим на нее в действии. О, ничего себе, она на самом деле очень даже хорошо управляется. И стоп, погодите-ка, мы будем проходить наше кругосветное путешествие через лед? Серьезно? Вот это, друзья, на самом деле очень и очень даже жестко. Но видим то, что лодочка довольно-таки неплохо так справляется. И в итоге мы проплыли полкилометра. Да. Какое-то у нас получилось очень коротенькое кругосветное путешествие. Привет, друзья! С вами Илюша. Сегодня мы поиграем в абсолютно новенькую игрушку под названием Breaker 3D. Ну и что же, как вы помните, у нас имеется такая лодочка. Давайте мы вместе с вами ее прокачаем. И первое, что я добавлю, это вот такой крашер. Ну, что-то, ребятники, у нас из опыта ничего не добавилось. Ладно, хорошо, прокачиваю тогда еще скорость и, конечно же, топливо. Вот теперь у нас выглядит наша лодочка как-то так. По сути, она вообще, друзья, никак не изменилась. Но будем надеяться на то, что это потом как-нибудь в дальнейшем нам поможет. Кстати, друзья, смотрите, у нас тут еще имеются вот такие какие-то чемоданчики. Но, к сожалению, почему-то они у нас не взялись. Может быть, с этого острова чемоданчики возьмутся. Да, смотрите, друзья, довольно-таки неплохо. Всего лишь, конечно, два чемоданчика, но они дали нам очень и очень даже много денежек. Так, давайте тогда сейчас еще вот тут эти чемоданчики возьмем. Вообще, друзья, замечательно. И в итоге мы проплыли 861 метр и видим то, что там на горизонте у нас, смотрите, сколько уточек плавает. Я на самом деле очень хотел бы попасть непосредственно туда. Но для этого нам надо, конечно же, качать топливо, потому что это очень и очень дорогое удовольствие. Ну, а также добавить крашер. О, смотрите, у нас наконец-таки удлинился вот такой носик. И, конечно же, добавим еще скорость. Увеличились вот такие лопасти. Все замечательно. Приступаем тогда, конечно же, тестить нашу прокачанную мега крутую лодочку. Видим то, что она плывет очень и очень даже, друзья, мощно. Но жалко то, что она не собирает вот эти ящики. Хотя, смотрите, вот с этого острова почему-то собрала. Наверное, я уверен, друзья, на 100%, что и с этого соберет. Ну да, смотрите, в принципе, не так уж много, но собрала. И в итоге, да, смотрите, мы вместе с вами наконец-таки это сделали, и мы находимся на водичке, где у нас куча и куча вот таких прикольных уточек. Вот это да! Блин, капец, они выглядят очень даже прикольным, только единственное, я не понимаю, живы ли это уточки, либо какие-нибудь такие пластмассовые. Ну ладно, в следующий раз мы обязательно это узнаем, а пока что мы проплыли 1500 метров. Вот это уже очень даже неплохой, друзья, результат. Следующее, что вкачаем, это, конечно же, опять будет топливо, потому что оно стоит очень и очень даже дорого. Ну и давайте вкачаем, наверное, еще скорость. У нас лопасти еще стали больше и еще быстрее начали крутиться. Все, начинает тогда, конечно же, опять-таки рубить наши воды. И вот опять-таки, смотрите, друзья, этот остров вообще у нас никак не приносит нам вот эти ящички. Кстати, этот что-то начал меньше приносить. Видимо, из-за того, что мы один и тот же уровень проходим по несколько раз, нам приходится не так часто брать вот эти ящики. Вот смотрите, только что этот ящик не взялся. Ладно, окей, давайте тогда сейчас отсюда возьмем. В принципе, отсюда-то должен был взяться. Блин, друзья, а что это за подстава-то? Может быть, нам надо как-то на него кликать? Nope. Смотрите. Вот я только что четко проплыл под этой штучкой, но, к сожалению, вообще ничего не взял. Зато смотрите, куда мы приплыли. И это какое-то прикольное место с такими сердечками. Вот это да. Выглядит очень даже прикольно. И, блин, нам не хватает денег, чтобы прокачать еще наше топливо. Ладно, хорошо. Прокачаем тогда скорость. И давайте еще одну скорость. Вот это да. Теперь у меня уже, друзья, не пропеллер, а какой-то вентилятор. И, блин, на самом деле это очень-очень даже неплохо, потому что благодаря нему мы, смотрите, как хорошо собираем вот эти ящички. А также быстренько проходим наше расстояние. Попробую тогда вот так очень-очень четко проплыть. Но да, к сожалению, друзья, вообще у нас ничего не получается лутать из этих островов. Вот только что немножечко получилось вот эти ящики залутать. Так, ладно, хорошо. Мы видим то, что без прокачки нашего топлива мы добрались опять-таки до новых вод. Это вот такие сердечки. Давайте посмотрим, что же после этих вод у нас должно идти. А тут у нас, смотрите, друзья, идет вот такой город. И как это возможно? Мы что, будем рушить после этого город? Я на самом деле, друзья, даже, честно говоря, не мог представить себе такого, но в итоге, скорее всего, это правда. Ладно, хорошо. Сейчас мы прокачаем топливо, и, в принципе, все. Нам больше, друзья, ни на что не хватило.
Ну и в итоге видим то, что мне хватило, друзья, топлива, чтобы доплыть до сюда, до этого города, и видим то, что мы его просто тупо разрушаем. Это вообще, друзья, какая-то полная жесть. Единственное, я вижу то, что дома у нас, кстати, очень даже крепко стоят, но в итоге мы потом как-нибудь с ними, друзья, разберемся. Так, ладно, хорошо. Теперь что мы делаем? Конечно же, прокачиваем скорость, и у нас вместо вот таких вентиляторов имеется такая турбина, друзья. Выглядит очень даже круто, и в итоге смотрите, какой у меня прикольный нос. Мне кажется, благодаря нему мы должны еще намного быстрее рушить наши вот эти препятствия в виде льда. Ну да, видим то, что это действительно, друзья, сработало, и лодка моя уже даже на лодку не похожа. Она похожа на какой-то реактивный катер, и выглядит это реально, друзья, очень-очень даже круто. Так, уточки, разойдитесь, пожалуйста, потому что мне надо уже побыстрее к сердечкам, а потом уже непосредственно в город. В городе меня ждут большие дела, потому что мы там, друзья, были только, ну, грубо говоря, один раз. Так, все замечательно. Наконец-таки залутал еще немножечко вот этих сундучков, и в итоге, друзья, начинаем рушить наш город. Смотрите, тут у нас и машинки попадаются на пути, и машинка только что, опа, взяла и утонула. Выглядит реально очень даже необычно. Сейчас тогда мы вместе с вами выплываем в новую локацию. И тут у нас, смотрите, вроде бы более-менее такие чистые и какие-то обычные воды. Но зато у нас уже новый рекорд 4356 метров. Это реально достойно уважения. Сейчас тогда знаете, что мы сделаем? Вкачаем, конечно же, скорость. Теперь у нас вместо одной турбины сразу же две. И выглядит очень даже круто. Так, ничего себе, а это что это за рулон, друзья? Ха, смотрите, у нас теперь, видимо, новый какой-то способ бурления нашего льда. Это вот такой какой-то непонятный рулончик. Ладно, хорошо. Сейчас будем проверять, насколько он все-таки эффективен. Ну, слушайте, ребятоньки, и лед, и вот эти сердечки, и город очень и очень даже неплохо пробивает вот этот наш непонятный носик. Замечательно. Сейчас нам, в принципе, еще хватает немножечко времени, чтобы посмотреть вот эти все-таки воды. Они, на самом деле, выглядят такие же, как и на первых левелах, но при этом ничего такого примечательного здесь нет. Да, тут у нас просто тупо обычные вот эти ящички, сундучки и больше ничего. Поэтому я даже не знаю, друзья, что и делать-то. Наверное, мы прокачаем еще раз крашер, и на нем, смотрите, друзья, как такие штучки появились. Это вот такие колышки. Ну а я тем самым временем поднакопил немножечко деньжат, и мы теперь вместе с вами имеем возможность наконец-таки прокачать топливо. Я думаю, теперь мы очень даже далеко сможем вместе с вами, естественно, заплыть. Ну и нажимаю, естественно, еще на спид. И в итоге, смотрите, у нас теперь имеется три вот таких мощных турбины. Вот это будет, наверное, самый жесткий, самый быстрый заезд за всю нашу игру. Ой, ничего себе, я даже не могу, друзья, справиться с управлением. Вот это жесть. Ладно, хорошо. Пока что надо привыкать к такому очень жесткому, агрессивному управлению. Но я думаю, друзья, мы вместе с вами справимся. И блин, ничего себе, неужели из-за такой скорости мы вместе с вами не можем ни один остров облутать? Потому что смотрите, вроде бы мы до них касаемся, что делали в прошлый раз, но при этом ничего не происходит. Вот это подстава. Ладно, хорошо, давайте тогда сейчас мы вместе с вами будем опять-таки рушить вот этот город, что в принципе выглядит очень даже прикольненько. Опа, получай, машинка. И в итоге все, мы вместе с вами выплыли вот в такие воды, а у нас уже 1/4 бензина еще имеется. Это на самом деле очень даже неплохо. Лутаем еще вот эти чемоданчики, и видим то, что здесь они лутаются, кстати, более-менее неплохо. Да, смотрите, мы, в принципе, выплыли просто тупо в обычные нейтральные воды, где у нас имеются чемоданчики, ну и, в принципе, все, больше тут ничего нет. И дистанция наша 6314 метров. Ну что же, ребятоньки, а на этом, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!